вот сегодня нахожусь в Дальмесёво, это у нас сады тут. Брат Василий приехал, Черепаново. Привезли дрова, чуркаем ему березу. Тут у него собачка бегает. Вот сейчас будут разгружаться. Давай иди сюда, потому что мне туда надо. Ну сюда. Да не, 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 туда. Зря ты. Сразу рассчитайся с ним. Можно еще даже проехать. Может еще подъехать? Потому что она грязная. Да не, я вот сбросаю в теплицу. Они будут вон там потом высыпаться нахрен. Таскать будешь оттуда. Да, давайте лучше проехать надо, да. Пускай поедет, потому что он сейчас растащит оттуда все. Стоит машина 8000, 5 кубов. Вот у вас 5 кубов, да? Вы говорили. Угу. Берете, а то сейчас скажут, еще брать не будет, и обратно грузить, что ли? Да нет, конечно. Все. Вы такие деятели тоже. Восемь, да? Да, 8000. Ну давай, сколько это? Так, 8. Ну, как раз 8. Это. Это у тебя сотка, у тебя вот сотка. Молодец, молодец тебе. Все, пойдет. Застряли, застряли. Ну что скажу, хорошие чурочки. А? Хорошие чурочки-то. Ну. Не такие большие, так что нормально тебе. У тебя колун-то есть дома? Нет. Нету? Ну я об этом думал, думаю. Может тебе колун потребуется. Тебе топором тут не расколоть будет. Некоторые расколешь, а некоторые тебе не пойдут. Все, брат, рассчитывай. Давай ему. А? Может 100 рублей дашь ему? То, что впереди наматывает. 100 рублей дай ему на пару литров. А ты видишь, мы немножко понежно сейчас надо. Сварка
тысячи. Да, да, сотку дай. Сотку дай, дай, дай. Да мне тут. 8000 и сотку дай. Пойдет? Уж простите нас. Поедет. Так получилось. Блин, сказал бы сразу, я сюда бы приехал. Ну ладно, давай. И решили тут по короткой свернуть, а там перерыли дорогу. Вот пришлось уже в окружную ехать через Бельмесёво, потом опять выехать на трассу. Да еще он не верующий-то водитель, матерится едет. Ну вот так вот. Что сказать. Без колуна тут сложно будет обойтись. Есть чутки хорошие, такие сучковатые. Да, брат, колун тебе тут нужен. Ничего хорошего, да. Хорошая, но с топором тебе сложно будет справляться тут со всеми. Которые еще более-менее такие тоненькие, ты еще справишься. А вот такие вот, я не знаю, где сучки. Ну что, пилу забираю, колун мне. А пила-то не рабочая у Сергея-то? Он говорит, работает. Работает? Что-то он не, что-то... которую я оставил-то у тебя. У меня оставил? Ну. А где ты у меня оставил? У тебя вроде оставил. Нет, у меня я не... тебе у меня сказал на сохранение. Я тебе сказал, не помню. Не, не помню. Ну надо у посмотреть. Тебя, у тебя где-то. Мне кажется, у Сергея. Сергей говорил, что это бензопила, ты ему это дал. А он привез ее. А куда? Ну, в церковь. В церковь. Я типа. А, под столом, значит, где-то у нас. Ну, я тебе говорю, на сохранение вот. Да-да-да. Да забирай ее кого. Я ей пользоваться не умею. Да куда я тебя заберу-то ее? А? Куда я тебя заберу-то? У меня своя есть. Ну это будет. Ну у тебя еще облепиха есть. Да, как обычно, ты ее не собрал. Да. А мог бы варенье сделать. Она, между прочим, варенье очень вкусное. И она долго хранится, облепиха. Мы раньше, когда это, у нас облепиха там птицы не склевывали. Она у нас до сих пор в погребе стоит с сахаром. Ну, она, конечно, осахарилась такая, варенье, но зато долго стоит, хранится. Тебе, Владимир, тоже надо? Не, ничего не надо. Как не надо? Во славу Божию. Это что у тебя? Калина. Калина, да? У тебя какая-то она другая. Немножко. У нас-то видел на ползунова, сколько калина там. Много. Ну и что у тебя тут, что-нибудь поменялось в твоих апартаментах? Да что поменялось? В твоем хозяйстве фермерском. Собачка, как у тебя ее зовут-то? Дина. Дина. Дина это сторож настоящий, да, Дина? Все-таки прошу тебя, что вот эти конфликтницы, он мог бы тебя вообще не впустить. Еще зашел бы пешком, мне бы пришлось ему дорогу сюда показывать. Так что в следующий раз лучше цепь приобрети или ремешок какой-нибудь, чтобы привязывать ее, вот такие моменты, чтобы с собой не таскать ее ни в автобус никуда. Чтобы она на цепи сидела. Яблоко возьмешь? А где у тебя какие яблоки? Тут сейчас вынесу. Покажи. Ты их собрал, что ли? Да не, со школы сюда буду. Тебе вот облепиху бы надо бы пособирать. У тебя хорошая пропадает. Ну ладно. У тебя виноград замерз или он еще живой? Да был мало-мало. Было, да? Ну потому что его надо сворачивать, он же вымерзает. А так бы у тебя хороший был бы виноград. Ну вот так вот. Это наше нерадение называется. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя.